Вот это набор для разметки, для забора. Это надо? Надо. Обязательно надо. А кто выкинул? А, он исчез. Нас сейчас наебашут тут, блядь. Вы пока там смотрите, нас тут ёбнут. Дружище, что хотел? Кто? Ты кто, братан? Слышишь, ты кто такой? Ты чьих будешь? Гости уже пришли. Погрец пришел. До трех и ложим тебя. Раз, два, три. Меня бьешь! Я убежал, короче, от вас. Я смотрю, бесполезно. Я, говорит, убежал, мы типа заебашили. Я, говорит, я вижу, я сейчас начну стрелять просто, ебану кого-нибудь из вас. Че, вы убили его или он убежал? Так, конечно, убили. Я ему сказал, до трех считаем и валим тебя. Раз, два, три, он, блядь, стоит, курит. Все, погнали. Пиздец. А что, бинт никому не нужен, нет? Да у меня тут бинтов этих ебать не колотить. А ребят, подождите, мне надо сейчас это, со шифтом разобраться, как бежать, блядь. Колонну выкинул в воду. Что он там спать? Ну он разбирается с бегом. Сейчас он пока разбирается, я приду. И разобрался, все. Ну только мне не помогает нихуя. У меня почему-то бег вообще не работает, блядь. Ты понимаешь, что у меня бег, блядь, не работает? Да, это Саня стоит. Ну он ждал, когда я... Блядь, я не могу разобраться, у меня бег нихуя не работает. А что, бежим? У меня, блядь, даже все. Я теперь даже, блядь, быстрым шагом не могу идти. Блядь, какая-то хуйня. Да как нахуй ты меня там настройки? В смысле, я менял? Там есть кнопка по умолчанию, поставь. Нет, тут по умолчанию. Надо переночевать где-то, пацаны. О, блядь, что за хуй был? Ты кто, блядь? Ты кто? Воволь, а, блядь, ты это, ебаный. Сейчас так друг друга там поубиваете. А он без фонарика просто бежит. Знаете, я не хочу, чтобы мне в голову снайперцы или тоже стреляли. Да никто тебе не стрелит, блядь, в голову на пирсе. Ой, короче, ладно, блядь, если вам сложно меня подождать, пиздуйте, я нахуй разберусь, прибегу потом. Я перед тобой же стою, ептать. А я впереди бегу без прохода. Конечно, давайте, уебитесь нахуй, вперед, блядь, куда хотите. Ты, блядь, не видишь меня перед собой, что ли? Охуенная страховка, блядь, впереди, блядь, даже хуй пойми, кто там. Я тебя вижу. Я. Ну вот и беги до этих камышей, блядь. Просто он а что, блядь, через винтовки тебя не уебали? Я что потом сделаю? А еще бежать не сможешь, если перегруз будет. Вот тебе человек в чате ответил. А, мне говорят, да как я вообще бегать не... Я вообще не могу бежать, блядь, с самого начала. Перегруз. Какой перегруз у меня? У тебя стамина, наверное. Да все у меня нормально. Да, кстати, может быть, если у тебя фул прям загружено. Нет, у тебя стамина целая. Я хуй знает, у меня shift на shift стоит, понимаешь, на shift стоит, блять, и переключение, и ускорение, он на shift у меня шагом идет. Ладно, давайте тогда доберемся как сможем, а там мы доберемся. А то тут тоже стрёмно поехали разбираться. 81 человек онлайн. Да, полный онлайн. Я, блядь, минут 20 заходил. Бля, я же включил этот чат, а у меня не отражается. Какая-то хуйня, блядь. Если такого берешь, он быстрее пойдет. Слушай, а меня вообще вот войс, я говорю, слышно, нет? Слышно меня? Слышно? Войс меня слышно? Меня слышно, вот я сейчас говорю, или нет? Ты здесь, что ли, находишься? Рядом?
Ну да, вот, я за тобой. Меня слышно, когда я сейчас говорю? Я в шлеме плохо слышно. Шлеме плохо. В шлеме плохо слышно, понятно, да, тогда. Да, выкинь его нахуй. Как будто в дупло какой-то говоришь. Ну, ладно. Дупло заглянул, да, и говорит. Я, короче, первый с топором бегу. То, что ты сказал. Запрещено, запрещено. Все запрещено. Ну, Иоанн, что ж ты хотел-то? Если у нас все есть, где будем базу строить? Там или в лесу где-то? Да нигде мы не будем строить ее. Так, стоп, подожди, что ты еще раз, Володя? Базу где будем строить? На том же месте, либо в лесу? Не, база там строить не варик. Это перевалочный пункт мы там можем построить, чтобы лут туда сносить, и все. Да, понятно. Вот, ну, а лут-то куда сейчас складывать? Подожди, я Володю потерял. Володя, ты впереди, сзади, где ты? Сзади. Лут куда? Вот, кому надо что пожать, возьмите здесь. Да у нас жратвы полные карманы, блядь. Не останавливайтесь себе еды, блядь, питья с собой, ну, пиздец. Вот, вот сейчас вас убьют, и ваш слух пойдет. О, да кто тебя, блядь, тут убьет на берегу? Заебешь ты, честное слово. Ты с этим лутом куда дальше бежишь? Куда? Кто вот тебя убьет, блядь? Подожди, а мы еще... Мы не в камыши убежали, случайно, уже не в камышах уже. Сань, я тебе про одно, ты мне про другое. Я тебе, блядь, про одно, ты мне про другое. Да ты говоришь, тебя убьет. Ну кому ты нужен вот здесь с грушей? Ты мне объясни, вот ты сейчас набрал свой лут. Вот скажи, что ты с ним будешь делать? Какой лут? У меня нет лута. У меня нет лута. Я тебе просто говорю. Блядь, подожди, где-то Володя остался где-то. Пока не сдохните, будете бегать, что-то с лутом. Или... Кого? Какой лут, блядь? Я ничего не набрал. Да зачем вы его берете? Кого? Какой лут-то? Ты про чё? Про яблоко или про грушу? Что здесь яблоко и груша-то? Всё, все трое, Володя просто отстал. Блядь, мы сейчас бежим строить перевалочную базу, всё, вы уже, блядь, задолбали, серьезно. Мы сейчас бежим строить перевалочную базу, чтобы мальски по-мальски можно было что-то разместиться там, блядь, вот, а схоронить. Владимир Тачук будет? Я не знаю, про чё они вообще, блядь. То, что я собираю лут, останавливаюсь. Он говорит, зачем тебе этот лут? Блядь, я опять сейчас убьют, блядь, увидят снайпер. Да, блядь, да успокойтесь вы уже, блядь. Чё вы, сука, как это? Я говорю, надо строить базу, чтобы туда что-то так складывать. Так строй, ёб твою мать, блядь. Говорить, ахуй, она нужна. Блядь, кого ты строить собрался? Блять, вы заебали, вы как школьники стретесь, а заебали, блядь. Мы в камышах уже, нет. Я, блядь, про одно, он про другое. Я про одно, он про другое. Это такое ощущение, что, блядь, трезвый я среди нас двоих. Я со тебе еще раз повторяю. Сейчас вас вряд ли. Я, блядь, тебе про яблоки говорю, ты мне про какой-то лут. Причем здесь лут вообще? Причем здесь нас убьют, блядь, со снайперской винтовки, ага, блядь. Как будто ты нахуй тут нужен, блядь, на берегу. Бежать и все. Да, любой. И там обустроиться, и перекантовать ночь. Да, блядь, хватит сраться, вы уже все заебали. Стой, стоп, а где Володя? Подожди, стой, не убегай. А вон Володя по берегу. Или что мне там делать? Он боится, что ему со снайперки в голову попадут. Нахуй. Да никто вас не убьет, вас трое. Да, блядь, успокойтесь, что вы уже заебали, блядь, серьезно. Я сейчас нахуй всех замучу, блядь. Вы, блядь, как школьники сретесь. Да что за хуйня-то, блядь? А потому что я ему про одно, не про другое. Я говорю, надо базу временную построить. Человек наигрался в военные игры и думал, что здесь все так же. Она нужна, блядь. Давай тогда с тобой. Думает, что, блядь, его будут выцеливать тут со снайперки, нахуй. Голову. У меня на быстрый бег, блядь, блядь, вы можете успокоиться, или вы меня нахуй не слышите? Ну все, закрыли тему, блядь. Тему закрыли, все нахуй. Ты меня тоже послушай. Я тоже имею свое мнение. Просто человек говорит, тебя сейчас убьют тут со снайперской. Съебали, блядь, серьезно, нахуй. Как дети, сука, срутся, блядь. Добежать, блядь, не могут до камышей, чтобы, блядь, лут по это. Мне, блядь, уже складывать лут некуда. Куда нахуй мне его девать? Все, блядь, игра закончена. Я прошел DayZ, блядь. Тихо. В доме свет. Это я в доме, блядь.
доме кто-то есть. Подожди, я сейчас. Я в доме. Патрону заряжу. А, ты? А то есть. Ну если, блядь, в этом доме на краю. Ну да, устраивай дом. Ну я. Я вот перед тобой стою. Это я. А, побежали. Я думал, что чужой уже автомат. Тут монтировка надо, нет? Да не, она бесполезна, она даже ей драться потом. Короче, давай слушаем Пени, что Пени говорит, то и делай. Все, потому что как будет лучше. Ну что-то должен быть главный. Блять, вы просто заебали. Вы логически можете подумать, что, блять, вот я сейчас прошел игру, мне больше нахуй некуда лут ложить. Мне его где-то надо оставить. Поэтому сейчас мы строим перевалочную базу, чтобы просто, накапливать лут. Чтобы просто, блять, можно было собираться, лутаться и что-то что ложить туда. Витек, я чуть-чуть перебью тебя, да? Хуй с ним, мы построим базу. А куда ты его будешь складывать? Нужны либо рюкзаки, ящики либо палатки, либо ящики. Я сделаю ящики. Чего-то же нужно делать. Стоп, подожди. Рюкзаки мы будем тогда с зомбаков лутать, блядь. Убивать зомбаков не, и... Не такие. А какие рюкзаки? Как у нас рюкзаки? Ящики. Какие рюкзаки? Ящики, ёпточки. А, ящики нужны, короба какие-то. Как знаешь, как эти, блядь, на кораблях такие ящики. Ну, сундук, рундук, короче, я понял. Ну, все. Но если это можно сделать, значит, будем делать. Потом найдем место в глубине получше, возьмем опять лут, который нам нужен, чтобы построить ворота, и все перенесем потом в ту новую базу, и там окончательно уже построим 5-6 замков. У нас сейчас просто какой-то будет опорный бункер. Скажи мне, ты только что рядом со мной был. Мысли рядом. А ты где? Ну, не тебе. Да мы с Володей вместе бежим, ты где-то сзади отстал. Вперед, беги просто вдоль дороги. Он только что со мной рядом был. Да вдоль дороги беги. Может, это не он был? Может, это, блядь, не он был? Ну, на асфальт выбеги. В смысле ёбнуть? Да это не он был, он со мной бежал, блядь, ты чё? Тогда кто-то в кустах у вас там товарищ спрятался где-то в ёлках. Он спрашивал, блядь, типа, в доме свет, это я выходил. Но. Так мы уже бежим, блядь, минуту. Ты чё, там всё стоишь? Нет, я под... А, вон вы впереди стоите. Ну, ты на асфальт выйди и беги вперед. А я не знаю, с кем там разговариваю. Я хуй знает, с кем ты там рядом был. Может, тебя сейчас закусывать надо? Это... Ты чё там, Санёк? Я просто периодически захожу в домики. Саня, закусывай, Саня. Да там в домиках уже, походу, всё залутано, блядь. Кого закусывать-то? Чё, несёшь? Покушай лучше, покушай. Так, подожди, я... Мы уже прибежали, всё, ребят, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. Тебе покушать, да? Есть что, нет? Не надо мне ничего, у меня есть покушать. Чё, блядь, стафорики бежали, как а с чем я, блядь? Машины тоже проверяйте, он впереди уже. Заебись, стоит, меня ёбнули. Меня на тачке сбили. Насмерть? И меня насмерть. Размер. Ну, чтобы основание сделать, бревно надо. Я сейчас пока палки для разметки забыл. Короче, еще дрова у меня тут получились. Хуя он там, этот олень, блять. Это не олень, это лось. Все, я два бревна принес. Что еще надо? Вы сейчас ржать будете, но вот металлическая проволока, блядь, лежит в двух шагах, прикинь, возле от дома. Я вам все... Вот, блядь. Серьезно, вот, блядь. Вот пристройка вот здесь вот лежит металлическая проволока, блядь. Я просто сейчас... Сейчас, Володя, отдам. Пусть он строит, нахуй. Во, я скинул, вот. Просто в каком-то вот этом шивом курятнике лежит просто моток проволоки, блядь. А, я в ахуе. Володя, нахуй ты доски копаешь? Капу фундамент. А, фундамент. Деревянный пол, блядь. Да ну нахуй. Рестарт. Там списали через полтора часа рестарт. А мы пока там письками мерялись, уже рестарт пришел.
Не, он каждые 3 часа. Просто мы сейчас в очереди будем сидеть полчаса, бля. Ну, что сделать? Без Стима залетаю. О, ебать, я 36-й в очереди, понял. 37-й. А был 35-й, 38-й. Ой. Не, ну вот в этом плане, блядь, что сейчас вот ждать вот по 30 минут, чтобы зайти, это вот, если честно, херня полная, блядь. Это полная херня. Ладно, короче, ребят, я это... Я, в общем, выхожу. Завтра уже, давайте там пересечемся тогда. Посмотрим там, как завтра, ну. Послезавтра. Ладно, все, давайте, ребят, всем пока. Давайте. Давай. Все, ребят, всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч.